Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Добрый день всем, с вами Олеголик. Да Ютуб, опять ты за свое. И сегодня у меня распаковка различных товаров с сайта AliExpress. Но не буду тянуть, погнали. Первая посылка, которую я вам покажу, это варежки в форме ежиков. Доставка заняла 34 дня в Петропавловск, а цена почти 4 доллара. Вот так они пришли, без никакой защиты. В принципе, они мягкие, и ничего им не сделалось. Но согласитесь, что красивые, необычные. Цвет взяли белый, у продавца еще были черные, красные, розовые, серые, бежевые. В общем, подойдут под любой пуховик. А также к сумочкам, шарфикам, ну что там девушки носят. Спасибо. Мех очень мягкий и теплый. После стирки они и капельки не полиняли. Они остались все такими же беленькими и классными. Я бы сказал даже, что как новые. Мне вот попались ежики с различными глазами. Но это хотя, думаю, не только мне. И это легко устранимо. Прикольные ушки. Супруга уже отходила в них один сезон и осталась довольна. Они теплые и мягкие, а самое главное, очень симпатичные. Не, ну на самом деле китайчики могли бы и заморочиться уж, глаза-то сделать легче простого. А вот так они сели на мою вторую половинку. Ну прям идеально. Ей они тоже очень понравились. Красота. В натуре класс, но четко. Не закажете эти ежики, они придут за вами. Далее пришла такая посылка. И это накладки на педали автомобиля Mitsubishi Lancer. Или Outlander. Цена вопроса 11 баксов, доставка 22 дня. Что по материалу, то это нержавеющая сталь и резина. У продавца есть два варианта, это для автоматической коробки передач и механической. Довольно-таки неплохо. То есть две или три педали. Ваши педали сразу поменяют внешний вид и будете себя чувствовать как за гоночным болидом. Кстати, монтаж тоже очень прост, ничего сверлить-пилить не нужно. Просто одеваете их на ваши старые педали и они превращаются в новые. Скорее всего. Ну а что по вождению, тот человек, которому я их заказал, мне сообщил, что водить машину с этими накладками намного удобнее. Ноги четко чувствуют педали, не соскальзывают. Это вот газ, тормоз и сцепление. Газ вытянутый, остальные квадратные. Сделаны качественно, без заусенцев, не подкопаешься. Так что кто хочет украсить педали у вашей машины, на AliExpress есть множество вариантов. И для примера вот вам был один из них. Полезная информация. В следующей посылке мне пришел, а вернее пришли, ножи-визитки. Заказал их там аж 5 штук. Ну а что, цена смешная, всего полбакса. Друзьям подарю, ну в общем пригодятся. Доставка из Китая в Казахстан заняла около месяца. Ссылки будут под видео. Каждый нож пришел в индивидуальной упаковке. Размер ножа в сложенном положении такой же, как у обыкновенной визитки. Или кредитки. Но только чутка толще. То есть 9,5 см по длине и 5,5 см по ширине. Ставь лайк, если не задумывался над этой информацией. Раскладывается он вообще без проблем. И кстати, он довольно острый. И не такой уж и хлипкий. Смотрите, что он может сделать с посылкой. Вон как пакет разрезал без труда. Вот это поворот! Размер разложенного ножа 14 сантиметров по длине и 3 сантиметра по ширине. Складывается он тоже легко. Но мне кажется, его хватит на раз 10 сложиться и разложиться. Далее замотай изолентой, будет всегда нож. В описании я оставлю ссылочки на более качественные ножи, ну и цена будет не полбакса, а дороже. Ладно, погнали далее. Как-то приходит ко мне теща и говорит: я вот тут такой хороший крем увидела, хочу заказать ей, а я ее... No, God! No, God, please, no! No! По ее ссылке цена этого крема была 20 баксов за каждый, а их тут два. А мне они оба достались за десятку, а доставка заняла 34 дня. И эти крема с ягод Годжи. По описанию они предотвращают старение, разглаживают морщины и прочее. Взял один для лица, а другой для кожи вокруг глаз. Там оказывается еще и разная кожа. Кому интересно, что написано, поставьте на паузу и прочтите. Там на ломаном русском, но все в принципе понятно. Это крем вокруг глаз. Вот такой вот тюбик. Далее покажу крем для лица. На коробочке написано почти то же самое. Типа минералы, витамины и прочее, хоть ложкой ешь. А также как правильно его надо поедать. Фу. Наносить два раза утром и вечером. Вот такой баночке пришел второй крем. Я не знаю сколько он миллилитров, но вес написано 113 грамм. Какая-то нестандартная упаковка. Кстати, запах приятный. А вот действие я не понял. Думаю, если бы он был и вправду волшебным, то теща заказала бы еще. Но нет, тишина, значит делаем вывод, что это хрень. Это мерзость.
А вот крема для глаз действительно мало, всего 30 мл. Ну хотя, если сравнить со всяким там гарньером или еще чем-нибудь, там вообще кажется миллилитров 10-15. Запах, кстати, тоже ничего так. Я решил полностью не доверять своей тёще и почитал отзывы об этих кремах. Ну, людям, в принципе, нравится. Говорят, что темные круги исчезают из-под глаз, там кожа увлажняется. Так что выбор за вами, брать или не брать. В общем, ягоды Годжи приобретайте хоть ради того, чтобы они просто были у вас дома. За 10 баксов, а не за 40, как в рекламах. Ну вот и подобрались к пятой, а нет, к шестой моей посылке. И что тут у нас? Думаю, чехол, судя по объему и весу. Открываю. Хочу сказать, что на Алиэкспрессе чехлов этих просто тьма. Какие только вздумаются, какие только в голову китайчикам забрели, все там есть. Надо же, вот это в новости, вправду чехол. Если я не ошибаюсь, чехол на Xiaomi Redmi Note 4. Женский чехол, не на женский телефон. Цена в районе 2 баксов, а вот доставка 35 дней. Но это в принципе функционально, но мелочь. Поэтому долго шел. По ссылке вы найдете подобные чехлы почти на все модели Xiaomi. Что по самому чехлу, то на ощупь он мягкий, силиконовый, красивый и хорошо сделан. В общем, подруге понравился. Здесь вы не увидите, но поверьте на слово, что все отверстия и сам чехол подошли идеально. Сел как влитой, в общем, советую. Друзья, если что-то понравилось, то пишите в комментариях, могу сделать обзор поподробнее. И давайте, как всегда, подписываемся, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, и всем пока, до новых встреч!